Приветствую, дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Давайте посмотрим, какие события на пороге вашей жизни. Так, давайте смотреть. Лабиринт. Тучи. Карта башни. Здесь добавлю еще пару карт. Очень хорошо. Знаете, разрушаются какие-то игры за вашей спиной. Лабиринты, карта тучи. Тяжелая ситуация. Тяжелая ситуация. Знаете, как будто здесь кто-то играл с вами. Ну и хорошо, что здесь выходит карта башни. Это все уходит и разрушается. У кого-то была тяжелая ситуация. Возможно, и в отношениях, в деловой сфере. Запутанная, темная ситуация. Ситуация, из которой вы не знали выхода. Знаете, здесь как хождение по кругу с участием даже не одного человека. Вот это все уходит из вашей жизни. Вы находите решение этой проблемы. И знаете, это получится даже легче, чем вы думали, как бы, ну, как играючи, то есть как-то она разрешится не само собой, но намного легче, чем вам казалось бы. Хочу посмотреть лабиринт тучи. Привычки. Там клоун, это опять игра. Женщина. Знаете, очень плохой человек рядом с вами. А этот человек получает бумеранг, поэтому это все разрушается. Показывает карта ведьмы. У кого-то женщина. Женщина, которая доставила вам массу проблем и неприятностей в вашей жизни. Сейчас хочу Таро взять. Сейчас посмотрим на Таро, кто это. Двойка кубков. Это связано с вашими отношениями, с вашей любовью, с вашей второй половиной. Да, мужчина. Мужчина. Эта ситуация была связана с вашей любовью, с вашими отношениями, с вашей страстью. Возможно, мужчина в какой-то момент оказался мечевым королем, агрессивно, возможно, к вам настроенным. Выходите из этой ситуации. Колесо фортуны. Знаете, здесь третье лицо. Возможно, соперница. У кого-то соперница. Третье лицо. У кого-то был уход мужчины. У кого-то хотели забрать. Но здесь касаемо вот эти лабиринты, тучи. Здесь касаемо отношений третьих лиц. Расклад общий, поэтому я не рассматриваю здесь досконально. Но однозначно проблемы касаются именно любви, чувств, супружества, партнерства. И у вас идет решение. Вот уходят, уйдут из вашей жизни эти тучи. Вы подберете ключик, откроете вот эту клетку. У вас идет решение на пороге. Вы решите какую-то проблему, которую вы долго не могли. Тройка кубков. Десятка пентаклей. Туз кубков. Возвращение любви в вашу жизнь. Возвращение денег. Знаете, как будто здесь перекрыто было ваше, как вот, как кислород перекрыт.
и в плане денег, в плане чувств, в плане отношений. Сейчас будет все по-новому. Нулевой аркан, новый путь. Туз кубков. Так что действительно идет решение большущей, огромной проблемы в вашей жизни. И выход на новый уровень в любви, в деньгах, в самодостаточности. Что-то здесь кто-то, знаете, как негатив разрушается. Возможно, пришло время разрушения этого негатива. Возможно, кто-то вам постоянно негативил в вашу сторону. Идет разрушение. Сейчас возьму еще оракул полнолуния. Посмотрю тучи и лабиринт. Что же все-таки тучи и лабиринт? Что здесь? Да, показали женщину. Женщина показывается ведьма в темных энергиях каких-то, которая ничего нехорошего не принесла вашу жизнь. Играла с вами. Играл этот человек. Якорь. Филин. В доме, да. Слушайте, возможно, кто-то из семьи. Очень тяжелый период в вашей семье был. Но видите, закрывается картой солнца. Солнце, груз. Сила. Вы тащили какую-то ношу. Кто-то тянул, возможно, знаете, тут как падало, как считают, что с неба, но нет, это не с неба падало. Все неприятности могли быть разом в вашей жизни. Но здесь, знаете, какая вам давалась сила, сила вашего рода. Предков, которых нет уже, которые ушли. Смотрите, идет возмездие. И от них же идет возмездие этим третьим лицам. У них не будет счастья, не будет изобилия. Кого-то холод, это ждет болезнь. За вашу вот эту любовь чистую, оковы. Данную, которая свыше Богом, как хотели сковать в оковы. Я говорю, здесь отношения. Здесь отношения, любовь. Вы решите какую-то проблему очень сложную, действительно. Вот это на пороге развязка каких-то плохих событий в вашей жизни. Видите, карта тучи, солнце, оно выглядывает. Возмездие идет от предков, и вы были защищены предками. Идет возмездие. Забрать ваше. Ну вот, я не буду все. Тучи возвращаются. Видите, возмездие, препятствия будут у этих людей. И тучи, вот они, тучи, они вернутся. За кражи, за манипулирование, за какое-то, возможно, мужчину, тут вас либо забрали магией, такой тоже вариант может быть, либо магичили на вашу супружескую пару, на ваши отношения, хотели забрать, увести, получают возмездие. Вот она на дне колоды карт, змея и луна, человек коварный очень. Нити облака, сети. Ох, тут ничего хорошего не ждет. Да, бумеранг. Бумеранг. Бумеранг от высших сил. Вот он, возьмите еще и бумеранг. За темные дела, которые делались за вашей спиной. Бумеранг идет от высших сил, от самого Бога Отца здесь. Дошабашились. Карта шабаша вышла. Ну, давайте посмотрим. Посмотрю на Таро.
после этого решения этой какой-то проблемы, выхода из этого лабиринта, из тучи окончания, что вас ждет? Семерка кубков. Верховные жрицы показывают обратно. Мужчина с любовью возвращается в вашу жизнь после тяжелых испытаний. Какой-то путь вы прошли. Очень много тайн было за вашей спиной. Уходят ваши как иллюзии, уход из вашей жизни. Знаете, идет вот это вот, как стремительно обратно, и стремительно изменится эта ситуация. Король Пентаклей и десятка кубков любовь идет в вашу жизнь после тяжелых испытаний, после того, как вы прошли какой-то тяжелый путь. Шансы даются вам. Дастся какой-то шанс. На дне колоды колесница. Вот так вот, смотрите, какой тут ключ будет. Возвращение любви в вашу жизнь. А игры вот эти все темные, они заканчиваются, и они наказываются по полной программе. Полетит тут стремительно, полетит по восьмерке жезлов. Ну, смотрите, как. Иерофант, карта повешенная, вытащила 4 старших аркана. Иерофант, карта повешенная, 13-й аркан по справедливости. Вы прошли какой-то тяжелый путь. Вы были очень долгое время жертвой. Вот этот период, трансформация, изменения, оно заканчивается. Вы больше жертвой не будете. Высшие силы и справедливость, все в вашей жизни. Запомните, вот он мужчина, король Пентаклей, здесь опять, на дне колоды. Это связано с вашей второй половиной. Все будет в вашей жизни по справедливости высших сил, которые вас поддерживали и которые действительно здесь отправляют бумеранги обратно тем людям, которые из вас делали жертву. Здесь на долгий период времени. Долго вы не видели света, долго вы не видели просвета в вашей жизни. И этот период заканчивается. Вот такой был расклад. Больше здесь мне добавить нечего. Вы ходите из какой-то тяжелой ситуации. Возможно, здесь была и соперница кого-то. Ну, здесь связано с отношениями. Ключ. Все. Эта проблема решается. Вы ее решите, высшие силы вам дадут подсказки. Тут уже расклад сейчас не об этом. Вот это вот событие на пороге вашей жизни. Всего вам доброго, до следующих видео.